Добро пожаловать! Чил. Пожалуй, самая красивая музыка на свете. Чил с Артемом Дмитриевым. Чил. Здравствуйте, ребята! Это Артём Дмитриев и новый чил. Сегодняшний выпуск выходит в субботу, знаменуя собой окончание недели. Лично у меня неделя была чрезвычайно сложная, насыщенная множеством событий, переживаний, эмоций. Были на этой неделе и подъемы до небес, и падение в бездну. Одним словом, я устал. Возможно, как и ты. Моя усталость ощущается раздражением, злостью, ощущением беспомощности, безвыходности, отчаянием. В самые сложные моменты хотелось плакать. У меня возникла такая фантазия. Хочется забраться на колени к папе, чтобы он обнял крепко, прижал к груди и сказал, что все обязательно будет чил. Thank you.
Как не однажды я рассказывал в своих офф-топах, особых подкастах, которые я периодически пишу, мой отец ушел из семьи очень-очень давно. И такого специального человека у меня никогда не было и нет до сих пор. Этим отцом приходится мне стать самому для себя. И сегодня в музыкальной программе «Чилл» в том числе этому будет посвящена медитация. Как найти то самое спокойное место, место устойчивости внутри себя? Тот самый отец, который покинул нас когда-то. Как найти его внутри себя сегодня, когда тебе совсем не 5 лет, седые волосы появились уже давно, ты совсем не ребенок. Господа и дамы, сегодняшний выпуск от и до полон спокойствия и устойчивости, и бесконечной красоты полета и тишины, которой всем нам не хватает в мегаполисах. Меня зовут Артем Дмитриев, я голос в твоих ушах. Уже 17 лет я выполняю эту функцию и для себя самого. И то, что будет происходить в ближайший час, по-настоящему терапевтично, как для тебя, так и для меня. Если тебе нравится подобная музыка и вообще такие выпуски,
Рекомендую ознакомиться с ними на всех подкаст-платформах. Набрать «Чилл Медитация». И второе. Если тебе каким-то образом откликаются мысли, которые присутствуют внутри проекта «Чилл», приходи ко мне в Инстаграм. Там я затрагиваю еще более глубокие вопросы. Это «Чилл». Место, где эмоции превращаются в неповторимую звуковую форму. Медитация. Что нам нужно, чтобы войти в нее? Прежде всего, горячее желание. Успокоиться. Выдохнуть все напряжение, скопленное за неделю, за этот месяц, за этот год и десятилетие. Горячее желание расслабиться. Второе, то, что нам потребуется, это время. Стандартно выпуск музыкальной программы «Чилл» длится 1 час. Сегодняшний не станет исключением. Звуки и треки, которые вы услышите в сегодняшнем выпуске, не случайны. Я создал эту подборку, и это основное отличие от стриминговых платформ. Здесь все создано человеком. И, наконец, третье, что потребуется от каждого. Концентрация. Слушай мой голос, слушай музыку, слушай себя, слушай свое дыхание. Thank you.
сути, медитация – это духовное очищение. Устранение из нашего внутреннего мира тех мыслей и эмоций, которые могут стать опасными. В конце концов, это очень просто. Или сложно, наоборот, ничего не делать. Не нужно прилагать никаких особых усилий. Нужно полностью расслабиться. Медитация – это состояние расслабленной сосредоточенности, в котором идет отрешенное наблюдение за происходящим. Для занятия медитацией вовсе не обязательно сидеть в позе лотоса или еще как-то по-особенному себя вести. Для обычного приведения себя в норму вам потребуется лишь немного времени и удобное место, как я сказал в начале сегодняшнего выпуска. И хорошо бы, чтобы вам никто не мешал. Не надо требовать от себя невозможного, не нужны никакие специальные ритуалы, не нужна специальная одежда. Медитацией можно заниматься везде. Даже сам рассказ о том, как именно медитировать, является терапевтичным. От начала сегодняшнего выпуска прошло минут 20-25. В сущности, мы с тобой уже погружены в медитацию. При медитации обычно ум успокаивается. Наступает состояние глубокой психической релаксации и сосредоточения внимания на одном объекте. Сейчас этот объект — мой голос. Голос в твоих ушах. Это лишний раз доказывает, что объектом для медитации может быть абсолютно что угодно. Вспоминаю свое путешествие в тайгу. Помню начало весны. Я сидел в хвойном лесу, высота которого была десятки метров. Я смотрел, как медленно качаются верхушки деревьев. Как ветер бередит сосны. И это была медитация. Главное в медитации — научиться не отвлекаться от процесса. Увы, но в нашем суетном мире всегда что-то да отвлекает. Это нормально. Уж такова природа нашего ума.
Так что не стоит критиковать себя за отвлечение. Все, что вы делаете, когда замечаете, что внимание куда-то убежало, просто мягко и спокойно возвращаете его на объект медитации без всякой критики и раздражения, с полным пониманием, что это нормальный процесс, особенно для начинающих медитативные практики. И так всякий раз, если внимание убежит, возвращайте его обратно. В сегодняшнем случае к звучанию моего голоса. Сегодняшний выпуск, как и все предыдущие, я записываю на своей студии Артем Дмитриев Продакшн. Приглашаю тебя ознакомиться с множеством услуг, которые мы оказываем. artdmitriev.ru. С такой же степенью концентрации и спокойствия мы подходим к делу. Оставляем заказчиков довольными уже много лет. Артем Дмитриев Продакшн. Приходи познакомиться и поработать со мной. Я тебя жду.
Медитация. Абсолютно все практики подобного рода предназначены для того, чтобы создать необходимые условия, расслабиться и успокоить ум, отпустить мысли, чтобы естественное состояние медитации могло проявить себя. Теперь, когда с правилами покончено, самое время зайти в эту медитацию, словно в глубокий лес, еще глубже. Глубокий вдох. Глубокий вдох и выдох. Глубокий вдох. Представь себя цветком. Каким именно цветком ты себя видишь? Может быть, ты алая роза или нежная фиалка. Торжественный нарцисс. Может быть, ты гвоздика. Или кактус. Представляй себя как можно ярче. Какие изгибы этого цветка соответствуют тебе наиболее полно? Прочувствуй эти ощущения.
каково это проснуться ранним утром, ромашкой в поле. Или колючим кустарником в аравийской пустыне. Или орхидеи, спрятавшейся в благоухающем саду. Постарайся прямо сейчас ощутить свои корни. Ощути силу земли внутри. Раскройся и напои этой безграничной силой каждую клеточку себя. Насладись солнцем. Отдайся ветру. Почувствуй дождь. Дыши. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох.
Зафиксируй это ощущение. Запомни его. Жизненная энергия земли, воды, солнца и ветра внутри тебя. Они все вместе заинтересованы в твоей жизни. Само мироздание поможет тебе. Побудь с этим ощущением какое-то время. Возвращайся к себе. Thank you.
погружение, глубокое погружение позади. Попробуй исследовать эмоции, оставшиеся после медитации. Как тебе было ощущать себя цветком? Хочется ли остаться в этом подольше? Или, напротив, сбежать? Что главное в этом переживании? Что второстепенное? Это чил и медитация. Мне правда интересно узнать твое мнение по поводу этих выпусков, где мы тренируемся успокаивать себя, концентрироваться и сосредоточить свой ум. Поверь, это сложная миссия, особенно учитывая мой собственный беспокойный разум, который хочет все время отвлекаться. В этом смысле ты и я, мы похожи. Именно поэтому, как я и сказал в начале сегодняшнего выпуска, происходящее чрезвычайно терапевтично и для тебя, и для меня. Твои комментарии, лайки, перепосты я принимаю во всех социальных сетях, от Инстаграма до Телеграма. И, конечно, буду признателен, если ты отправишь этот выпуск своему беспокойному другу,
Думаю, ему будет приятно. В конце концов, забота — это самая твердая валюта в нашем эгоистичном и нарциссичном мире. Впереди у каждого следующая неделя. Чем она будет наполнена, неизвестно. Там будет и радость, и грусть. Там будет восторг и отчаяние. Там будет ненависть и любовь. Там будет холод и зной.
Там будет зима и лето. Там будет все. Этот объем и называется «жизнь человека». Сумма впечатлений, помноженная на опыт. Благодарю каждого за внимание. Мысленно обнимаю. Верю в нашу скорую встречу. И помни, что все обязательно будет чил. Впереди тебя ждет рубрика «Классика», но мы услышимся спустя неделю. Пока. Свежий выпуск ждет вас на сайте chillrussia.ru. Все будет чил. Сделано в Артем Дмитриев Продакшн. Chaque nuit, quand l'oiseau de paradis fait sa ronde, j'ouvre la porte à mon amour. Et tous les deux nous voyageons loin du monde, en attendant le retour des premiers rayons du soleil et de l'ombre dans la chambre nue où tous nos gestes sont des mondes inconnus. Chaque nuit, nous échangeons des colliers de promesses, nous échangeons des anneaux d'or, des rivières et des diamants de jeunesse. Et puis nous quittons le port comme des rois sur des bateaux de tendresse, pour mille pays que tu fais naître de ma main chaque nuit. Et nos yeux ne trouvent pas le sommeil, comment s'endormir quand l'arbre est en feu devant le soleil. Dieu, que je t'aime chaque nuit, que tu m'aimes chaque nuit, que la route est belle chaque nuit. Chaque nuit, quand l'oiseau de paradis fait sa ronde, j'ouvre la porte à mon amour. Et tous les deux nous voyageons loin du monde, en attendant le retour des premiers rayons du soleil et de l'ombre dans la chambre nue, où tous nos gestes sont